Темпы газификации в регионах страны недостаточные. Такую оценку дал президент Владимир Путин во время рабочей поездки в Новосибирск. Он отметил, что больше внимания нужно уделять сельским территориям. В Алтайском крае главная причина того, что газ нельзя пустить сразу во все районы, это большая территория. Как рассказали в региональном Минстрое, в этом году силы брошены на газификацию юго-запада региона. В случае положительного решения по строительству газопровода до села Ребриха объем финансирования на газификацию превысит 1 000 000 000 рублей. В целом, ежегодно на Алтае строится более 200 километров газовых сетей. Голубое топливо пришло уже в 124 тысячи домов. На все это потрачено более 20 миллиардов рублей. Около 1 000 000 000 рублей мы привлекаем на газификацию ежегодно. То есть я считаю, что темпы газификации в Алтайском крае очень высокие. Сегодня 80 населенных пунктов с природным газом, 4 города и 76 сельских населенных пунктов. Это очень хорошо. Темп обещают не сбавлять. Сейчас в крае ведется строительство 35 объектов. Среди них распределительные сети в селах Косихинского, Смоленского и Троицкого районов. Завершить строительство планируют в 2019 году. А уже в четверг в Сростках откроется новая модульная газовая котельная. После введения в строй всех 35 объектов природный газ получат жители 3 500 домов.